И еще об одной патриотической акции. 2 декабря на всей территории России состоялась традиционная образовательная международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны». В Тверской области она прошла на более чем 120 специальных площадках. Акция проводится по инициативе молодежного парламента при Госдуме Российской Федерации в рамках проекта «Большая история». Участникам тестирования предложено 40 вопросов, охватывающих различные события времен войны. Тест проводится с 2015 года. В этом году впервые он имеет и базовый, и профильный уровень. Более легкий ориентируется на общие знания по истории Великой Отечественной войны, а сложные требуют уже специальных углубленных знаний. На мой взгляд, конечно, нужно этот экзамен, на мой взгляд, писать каждому человеку, потому что история в нашей жизни – это неотъемлемая часть нашего общества. И если мы не знаем историю, то, конечно, наша жизнь будет уже не та. Один из организаторов тестирования, кандидат исторических наук Кирилл Свирин, напомнил, что в этом году традиционное тестирование проходит накануне Дня неизвестного солдата. Долг каждого из нас помнить о событиях Великой Отечественной войны. И это тестирование, которое сегодня проводится в рамках международной акции по истории Великой Отечественной войны, это очень важное событие в целом для страны, потому что это память о подвиге, о событиях войны, о тех, кто сражался на фронте в рядах Красной Армии, о тех, кто трудился в тылу, о тех, кто оказывал сопротивление на оккупированной территории. И, конечно, это дань памяти и павшим, которые не вернулись с полей сражений, и населению, которое в тяжелейших условиях восстанавливало великую страну после Великой Отечественной войны. Все желающие проверить свои знания могут также это сделать онлайн на сайте проекта big-history.ru.